Коллеги, начинаем нашу работу. Ваше внимание, главный тренер команды «Спартак-2» Дмитрий Комбат. Дмитрий Владимирович, может быть, какие впечатления от сегодняшнего матча? Поделитесь с нами. Впечатления. Победа, победная игра всегда приятное впечатление. Плюс, как обычно, наши болельщики приехали, поддержали. Шикарная атмосфера. Вот. По игре, опять не реализовали много моментов, но самое главное, сзади на ноль сыграли. И, в принципе, каких-то остро голевых моментов не дали создать, только, наверное, удары с дальней дистанции. Вот. Ну, конечно же, они всегда будут, но самое главное, сзади ноль. Спасибо. Спасибо.